Куда ее валить? Непонятно. Ветер у нас оттуда идет. Небольшой, но маленько она наклонена наоборот туда. Ну, смотреть, то кого переборет. Упала ровно туда, куда не собирался, чтобы она упала. Вот размер. Шина 50 сантиметров. Да уж. Упала, ветер против ветра. Не получилось у меня свалить одному. Получилось у меня вытащить эту большую березу за один заход вместе с сучками. Пришлось вот пилить на две половинки. Целую березу цеплял. Первая передача с ковшом, с куном, трактор. Передние колеса поднимаются от земли. Нет никакого. Даже саму макушку с сучками вытаскивал, и то кое-как еле цеплялись передние колеса. Тяжело. И пилишь. Вон она. Здоровенная шина на 50
сантиметров только хватает. Береза обгорает от выхлопной трубы. Вместе где пилишь. Вот. Потому что максимально приближаешь пилу. Придется грузить по три чурки только. Закатывать и грузить. Так ков не наложишь.